Закончилось расследование в отношении жителя Новочебоксарска. 48-летний мужчина обвиняется в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконной предпринимательской деятельности. Он пытался извлечь доход около 3 миллионов рублей. На протяжении 5 лет обвиняемый под видом качественной продукции, водки, рома, коньяка и виски, продавал немаркированный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Дешевую выпивку покупали с рук не только жители Новочебоксарска, но и по всей территории Чувашии. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками районного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также обысков по месту жительства обвиняемого и в его гараже, было изъято из незаконного оборота свыше 4400 бутылок с контрафактным алкоголем, а также 73 канистры со спиртосодержащей жидкостью, в 7 из которых находился алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, как содержащие токсичные микропримеси. Уголовное дело находится на рассмотрении в Новочебоксарском районном суде. Потерпевшими признаны 5 иностранных и 1 отечественная компания. Ущерб правообладателям товарных знаков оценивается в 2 миллиона 700 тысяч рублей. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.